И всем привет, ребят, с вами TheExtraExtreme. И сегодня я скачал карту и попал на популярное поселение в Майнкрафте. Присон, это популярное. Аж ведь как его? Население, если не ошибаюсь. Нифига. Нифига тут. Я не буду это пока что брать, зачем мне. А сегодня мы будем обсматривать это население. Посмотрим, как тут выглядит создатель карты. Посмотрим, что ты тут сделал. Посмотрим. Ну что ж, погнали. Первое, что я вижу, вон там вертолет вдалеке. Банк вижу. Вдалеке огород видим. Тростники. Вон они, тростники. Так. Окей. Так. Опа, блин. Сейчас мы еще посмотрим где-то. Паркур. Опа, залез. Так, смотрите. Сейчас смотрите. А, ну ладно, пофиг, не залез. И окей. Идем дальше. Так, тут какой-то дом. Открывай. Житель. Он не знает, что. Что-то жителем, он что-то ищет. Так, это что? Не знаю, что это такое. Слинки. Так, это у нас. Что это? Валим. Йо. Я там сломал. Нифига у них. Это... Смотри, а что это? А, ловушка, если не ошибаюсь. Так, сейчас я выйду. Так, тут есть вагонетка. Блин, я ее выбил с рельса. Так, сейчас сделаю. Кстати, ребята, это карта популярная, Присон. Присон — это поселение. Свалим с этого. Погнали отсюда. В принципе, я пешком сейчас дойду. Вижу банк, где около меня Присон. Давайте смотреть, что у нас тут будет происходить. И вот дальше не нужно. Сейчас мне надо как-то каким-то образом, как-то, я не знаю, как-то пройти. Мне обязательно через морду будет окей. Да, уже у нас это находится. И это какой-то у нас полицейский тюрьма, какая-то полицейская фигня знает, полечу я дальше. Давайте пробежим по этому туннелю. Так, и я просто хочу пробежать по этому туннелю и
и посмотреть. Ну да, вот такой, короче. Еще покажу, что эта карта умеет. Короче, карта вот такая, поселение. Вот прям вот такая, еще повыше слечу. И посмотрим, вот какая она. Вот. Ну ладно, ребятки, давайте буду я заканчивать. Ну ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Экстра Экстрим. Всем удачи и всем пока!